В процессе создания нашей партии мы будем нуждаться в финансах. Это обязательно. Потому что все это даром не делается. Вот даже листовки, чтобы, значит, раздавать, их надо ведь напечатать, а никто даром это не делает. Это типографии, есть, значит, свои таксы и так далее. Вот эти все моменты тоже, наверное, надо будет помнить всем нашим доброжелателям и тем, кто вообще поддерживает, сочувствует нам. Вот, чтобы по мере возможности нам помогали. И финансово тоже. И мы надеемся, что это так и будет. И потом вот так вот совместными усилиями вместе с вами мы добьемся нашей цели. Получим регистрацию, пройдем через выборы в парламент. И там уже в парламенте будем на законных основаниях добиваться осуществления наших целей. Вы знаете, это благородные цели, это возрождение, восстановление Конституции 93-го года, в первую очередь, потому что это демократическая конституция, которая позволит нам идти дальше уверенно по пути законной демократической страны. И, конечно, сопутствующие другие моменты очень важные. Все они будут нами осуществляться вместе с вами, уважаемые друзья, все те, кто сейчас нас смотрит, кто нас поддерживает. Поэтому мы лично, оргкомитет по созданию партии, его все члены и нашей инициативной группе члены, все мы верим, что мы вместе этого добьемся. Алга Казахстан. Спасибо.